культурно-досуговый центр имени Абусейтова стал местом проведения областного конкурса «Келіні жақсы үйдің керегесі алтын». На сцену выходили лучшие невестки городов и районов Прииртышья. Конкурс направлен на популяризацию семейных ценностей в обществе, национальной традиции, воспитание детей в семье, почитание возраста и уважительного отношения к родителям мужа. Организаторами выступили Коғамдық келісім и общественное объединение Нұрана Алемы при поддержке секретариата Ассамблеи народа Казахстана Павлодарской области. Сегодняшняя статистика показывает, что происходит очень много разводов. Чтобы не доводить до них, есть большой институт свекрови. С этой целью и проводится конкурс среди невесток. Будем смотреть ее умение продолжать традиции, почитание, уважение свекрови, другие умения и навыки семейной жизни. Такой конкурс – это возможность активного участия молодых невесток в общественно-культурных мероприятиях, повышение роли женщины. Также это пропаганда истории, традиций, предметов рукоделия и национальных блюд казахского народа. Очень рада, что участвую в таком областном конкурсе. Я мама двоих детей. Очень уважаю свою свекровь, мою вторую маму, своих родителей, всех родственников. Жюри оценивало стиль одежды участников, соблюдение сценической культуры, мастерство рукоделия. Участники показали место женщины в семье и обществе, знание некоторых особенностей семейной жизни. Например, на юге не зовут людей по имени. Вместо Маханбет говорят Саханбет. Но у нас, например, есть имя Максат. Его так и не переделаешь. И вы должны подобрать имя, соответствующее его занятию, хорошей привычке. На сцене невестки демонстрировали свои таланты, удивляли зрителей своим мастерством. Гран-при конкурса завоевала Бибигуль Иванова из Иртышского района. Сегодня я предлагаю блюдо. Называется ултык камбо. Но это не совсем одно блюдо, а несколько. Есть сладкое блюдо, закуска, горячее блюдо и напиток. Я считаю, это открывает национальную идентичность. Конкурс, направленный на популяризацию семейных ценностей в обществе, пропаганду национального воспитания, прошел на высоком уровне. Участники, заслужившие высокую оценку жюри, получили награды. Мурат Ибилмажит, Кымбат Садык, Медет Карим и Эртес Акпарат.